Во время недавно состоявшейся встречи губернатора Московской области с жителями Ленинского района была обозначена одна из серьезных проблем – транспортная обстановка на территории муниципалитета. В связи с этим губернатор дал поручение соответствующим службам подготовить предложение по разгрузке транспортных артерий как города Видное, так и прилегающих территорий. В минувшие выходные Ленинский район с рабочей поездкой посетил заместитель председателя правительства Московской области Герман Елянюшкин. Он осмотрел несколько проблемных участков дорожной сети района. В частности, объектом пристального внимания представителя областного правительства стали участки, прилегающие к Каширскому шоссе и трассе А-105, ведущей в аэропорт Домодедово, а также дорожная обстановка рядом с новым жилым массивом у деревни Мисайлова. Транспортные артерии никоим образом не развивались, это привело к коллапсу. И по нашим оценкам, если полностью брать весь комплекс дорожных работ, это может повлечь за собой расходы порядка 46 миллиардов рублей. Как отметил заместитель председателя правительства Московской области, в местном бюджете таких денег нет. Помощь из федерального бюджета не ожидается. Целью данной рабочей поездки стало ознакомление с ситуацией в проблемных зонах и проведение предварительных переговоров с застройщиками и подрядчиками. В итоге предполагается найти пути оптимизации бюджета и хотя бы частично решить основные транспортные проблемы. Часть обязательно с инвестором снимаем по ЛРТ после завтрашнего. А решаем сегодняшние задачи. Вот мы это включили, это нужно, вот этот участок нужно реконструировать. По сути, денежные средства для возведения развязки есть только на один объект – выезд из 6-го микрорайона города Видное, что уже внушает некоторый оптимизм. По ряду объектов, как заявил Герман Елянюшкин, работа начнется только после чемпионата мира по футболу 2018 года. В настоящий момент определены первоочередные задачи, которые необходимо решить, чтобы улучшить транспортную обстановку в Ленинском районе. Вот все эти мероприятия будут сведены в единый доклад и в ближайшее время будут представлены губернатору на утверждение. И, соответственно, после утверждения, после завершения проектирования, на ряд объектов мы выйдем уже в 2017 году.